это за отсутствие опадков и засухи небеспечной застается ситуация у лясах Минской области. У 16 из 22 районов денежная заборона на наведывание лясных массивов. Покуль открытыми они у Дзержинским, Лагойским, Мядельским, Пуховицким, Слуцким и Червинским районах. На этих территориях у глебе покуль больше вильгать, им присвоены третий класс пожарной небеспеки. У вугле заборона на наведывание отпочинок, сбор ягод и грибов в лясах, а так само уезд транспорту денежная на большей части Украины. Порушальников чекает администрационная отказность, в устное попереджение або штрафу по мере до 600 рублей. Наличие значительного количества людей в лесном фонде – это риск возникновения лесных пожаров. Лесные пожары – это беда лесного фонда. Лесная охрана лесхозяйственных учреждений переведена на усиленный режим работы. То есть мы проводим постоянное патрулирование лесного фонда, осуществляем дежурство в лесничествах, лесхозах. Поэтому хочу предостеречь людей, которые все-таки рискуют идти за земляникой, черникой, что мы, конечно, с пониманием можем относиться, но и с пониманием относитесь к нам. Актуальная информация по ситуации в лесах и интерактивная карта пожаронебеспеки в Беларуси размещена на сайте Министерства лесной господарки.